Доброе утро всем. Сегодня я продолжаю вести свой канал «Жизнь моряка». Также продолжаем. Мы уже неделю стоим в Западной Шотландии, грузим зерно. Ой, извините, выгружаемся зерно. Очень медленно идет выгрузка. Очень медленно. Вот. И что я хочу сказать. Ну, очень здорово. Сейчас я вам покажу, как тут выгружают. Сейчас проверим. Ага, не получается. Давайте вот так. Вот сзади меня будет видно. Вот две трубы работают. Сначала вы пришли. Две трубы в соски высасывались. Потом одна сломалась. Ремонтировали, некому ремонтировать, и вот одна выкачивает. Выгрузка идет около 16 тонн в час. То есть получается 250 часов за сутки. Вот. А если дождик закрываем, дожди здесь постоянно. Погода меняется каждый час. Может пойти ливень, потом дождь маленький, потом солнечная погода, вот как сейчас, кстати. Солнышко вышло. Утром туман. Не видно дальше 100 метров, вообще ничего не видно. Погода вообще очень интересная. Утром может быть до минус 13. Днем максимум плюс 18-17. Ночью плюс 10, плюс 12. Зимой сюда лучше, говорят, не ходить. Ну, люк, пароход ходит. Потому что зерно им надо. Им нужен солод, чтобы делать вискарь. А вискарь это у нас вон там вдалеке. Я покажу. Есть маленький заводик, его если видно. Сейчас увеличу. А, не увеличивается, да? Ну ладно, есть маленький заводик вон там вдалеке. Вот туда на машинах солод. Виски хорошие делают 10 лет, 10-летний, 15-летний, 25-летний. И 45-летний. 45-летний где-то около 48 градусов. Каждые 2 часа ходит вот этот вот паром. Вам покажу. Каждые 2 часа. Население всего лишь тут около 2000 человек. Город небольшой, называется Порт-Эллен. Вчера народ, сегодня выгрузку начали очень поздно, не в 7 утра, как положено, а на 1,5 часа позже. Потому что стивидор вчера хорошо погулял и не вышел на работу. Пришла его помощница, девчонка, с этой трубой, вот, которая вот там, вот труба, маялась, очень долго, наверное, 30 минут пыталась ее состыковать, чтобы зацепить. Помочь-то некому, напарник спит. Но он сейчас, правда, пришел, таблетку выпил, нормально вообще. Еще так они и живут. Отдыхают, ветрище зимой, все, они сидят, вискарь пьют и радуются жизни. То, что происходит там за их территорией, за этим островом, им по барабану. Вообще не интересно, что там происходит. Главное, у них все хорошо. Виски, паром ходит на материк. Красиво все. Купаться, конечно, можно. Мы бы искупались. После пол-литра-то можно. Но они не купаются, очень холодно. Вода ледяная, но очень чистая, прозрачная морская вода, на глубину видно все прям, вообще очень все видно, вот, очень глубоко все видно. Что еще могу сказать? Стоим мы, в общем, уже неделю, и обещаю тут завтра, если труба не сломается, говорит, завтра пойдем, все закончится, и пойдем в следующий порт, также грузиться солодом для вискаря. В общем, этот пароход в основном возит солод, вискарь, для вискаря. Вон, все покажу. Вот она, опять что-то остановилась, почти не качает. Походу, все закончилось. Опять, наверное, либо сломалось, либо что. А нам-то что? Солдат спецслужбы идет, а нас наоборот. Работа идет, денежки капают. Как там в уральских пельменях? Воробушки какают, денежки капают. Это на мойке там.
Вот.